продолжить нашего очаровательного полка Марли, он же Владимир Гавриков. Событие эпохальное, радость из всех щелей. Вчера пришел к генеральному, дай 10 тысяч рублей. А он со статью армейскую, груди еще не висят, услышал про Градзейского. На, говорит, 60. Ну, говорю, отлично, карман подставил, а он, нет, говорит, наличных. Вышли на телефон. Нету слов, остались междометия, к моему великому стыду. А навстречу твоему столетию медленно, но все-таки иду. Отодвинув ложное кокетство, ты пойми, пожалуйста, одно. Нужно как-то закругляться с детством. Ставим тесто. Детство зачтено. Главные черты твоей натуры, что не пьешь, не куришь натощак. В песнях ты поешь, что бабы дуры, а на деле любишь. О, еще как. Есть черта, нет черт, это черт, по сути. За тобой нужен глаз да глаз. А давайте что-нибудь замутим, лидер средь твоих крылатых фраз. Сделать феньку новую на сайте нелегко, понятно и ежу. Но Володя говорит, давайте, делайте, а я сруковожу. А возьми какую-то тусовку, всюду только слышится, алло, алло, алло. Кто и где сегодня видел Вовку? У него же сценарий и бухло. У меня тут много зарисовок, я не буду всех их тут прочесть, но скажу, что жизнь без нас, без Вовок, это нонсенс, скука, жопа, жесть. Нету причин скрываться нам за креативное слово. Говорят, вот авиация, а я говорю, вот Вова. Дисциплины вообще в авиации нет. Если скажете есть, значит врете. Когда Бог на земле наводил марафет, она вся пребывала в полете. А когда, возвратясь на поверхность земли с микроскопом, как мясо в тарелке, дисциплину искали, но не нашли. Так вот вам ни свистка и ни белки. Труд пилотов тяжелый, хоть радостный труд. Постоянно в напряге и стрессе. В авиацию нас по здоровью берут. А мышлению учат в процессе. Под крылом самолета не только тайга. Несмотря на холодное лето, там в кустах может быть группировка врага. При полете учитывай это. Все равно ведь летишь. Так что если не влом, для доклада начальнику штаба разузнай, кто поет под соседним крылом. Пресняков или местные бабы? Ведь у тушки крыло — это шире простор, а не то, что у божьей коровки. Под крылом может встать Александрова хор, под другим тоже хор, но веревки. Нужно быть все время на чеку. Потеряли бомбу и ку-ку. Лучше потеряли бабу с возу. Под угрозой премия полку. Замполиту орден под угрозой. Мы в порыве грусти и печали чуть не погорели со стыда. Орденов в тот месяц мало дали. Вдвое... раз в 15 меньше, чем всегда. С той поры, чтобы как-то снизить риски тем, кто вылетает на маршрут, со складов на вынос, без расписки, бомбы и ракеты не дают. А ввиду того, что денег нету, как считает автор этих строк, выдаваться бомбы и ракеты скоро будут только под залог. Солнечный круг, небо вокруг, вы не задрали бомбовый люк. Чем самолету наносится вред? Будем задраивать, да или нет? Разговор у нас прямой и честный. Сам спрошу и сам же дам ответ. Почему бомбы путь отвесный, что не характерно для ракет?
Потому у них внутри программа. Гайки, тяги, шланги, рычаги. И прописан лучший друг Обама первым в номинации «Враги». А пожить еще, ох, как охота! И куда же эти парни летят? Размышлял под крылом самолета боевой реактивный снаряд. У меня вызывает живой интерес, в чем тут самая главная фишка. В ВВС, где прогресс всюду, где бы ни влез, не берут даже самых худых стюардесс. Полагаю, что это уж слишком. Мне всегда казалось почему-то, так как я большой перестраховщик, первым делом все же парашюты. Девушки, круизы, каюты, ну а потом уже и бомбардировщик. Шелестят, как лес, страницы. Ох, как шелестят. Постарайся быть в 130, как и в 60. И судьба твоя, как знамя, не ищи другой. Оставайся между нами, летчик. Над тайгой. Спасибо.